Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 59, упражнение номер 6. В этом упражнении мы должны найти значение данных числовых выражений. При выполнении действий в первом столбике мы вспоминаем, что сначала выполняется умножение, а затем сложение или вычитание. 2 умножить на 5 равно 10. 10 плюс 15 равно 25. Из произведения чисел 8 и 2 вычесть 16. 8 умножаем на 2 равно 16. 16 минус 16 равно 0. При решении примера второго столбика также вспоминаем порядок выполнения действий. Сначала выполняется действие в скобках, а затем действие за скобками. 20 минус разность чисел 17 и 10. 17 минус 10 равно 7. 20 минус 7 равно 13. 35 вычесть сумму чисел 14 и 6. Находим сумму чисел. 4 плюс 6 равно 10. 10 плюс 10 равно 20. 35 минус 20 равно 15. Из произведения чисел 3 и 6 вычесть 10. 3 умножить на 6 равно 18. 18 минус 10 равно 8. И последний пример. Из произведения чисел 7 и 2 вычесть 13. 7 умножить на 2 равно 14. 14 минус 13 равно 1. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.